Оливия Данхем, ФБР. У нас рейс из Гамбурга. Диспетчеры потеряли с ними связь 3 часа назад. Что это за вид терроризма? А кто говорил о терроризме? Вам очень повезло сегодня, агент Данхем. Агенту Скотту повезло намного меньше. Когда он перенес первый взрыв, он был подвержен воздействию синтетического вещества. Мне очень жаль, агент Данхем. Инфекционное заболевание. Затвердение ткани. Отчет о разлагающейся плоти. Его зовут Уолтер Бишоп. Он научный исследователь из Кембриджа. Родился в 46-м году. Думаю, Бишоп мог бы дать информацию, которая подскажет, что произошло на борту самолета. Если хотите спросить доктора Бишопа, то вам нужно найти его ближайшего родственника и заставить его сопроводить вас. Питер Бишоп, я Оливия Данхем, СВБР. Понял. Такие вещи, как контроль разума, телепортация, невидимость, генетические мутации, оживление, способность к зачатию. Что? Секунду. Оживление? То есть вы хотите что мне сказать? Мой отец, доктор Франкенштейн? Я знал, что кто-то придет. Дайте Бишопу лабораторию. Как много здесь произошло? Еще произойдет. Я собрал вас вместе сегодня, чтобы представить вам свою новую команду. Агент Данхем. Питер Бишоп. Уолтер Бишоп. Будет не лишним сказать, что мы достигли того пика, где наука и технология движутся вперед с таким бешеным темпом, что теперь это уже не в наших силах управлять ими и контролировать. То, что произошло в самолете, возможно, опаснее, чем просто терроризм. Вы должны знать, во что вы ввязываетесь, агент Данхем.